Здорово всем! Мы сегодня вместе с вами смотрим новую серию от Алана Беккера про Майнкрафт против анимации. Я почему-то подумала, что он полностью закончился, потому что, помнишь, там в конце были серии вроде такие крутые в 3D. Казалось, не закончилось. Да, будем смотреть это продолжение. Погнали! О, прикольно! Плюшевые. Плюшевые? Да. Прикольно. Utos.com. Так, что у нас здесь? Забрал посох всевластия, а теперь просто развлекается. А вот, видишь, у них дорога... Это как будто новый сезон начался. Майнкрафту. Да, как будто новый сезон, да? Вот такое ощущение. Так, вот они на войну собираются. Собираются прям. Чуваки, погнали! А, они просто развлекаются. На вагонетках. Давай, на старт. Внимание. Погнали. Так они должны, по логике, ехать все с одинаковой скоростью, разве нет? Или тут зависит от веса? О, вот как, понятно. Соревновательная серия? Наверное. Майнкрафт гонки называется. Ультимативные Майнкрафт гонки. Вроде как. А уже была такая чуть похожая серия, где они там катались на вагонетках. Гнались как-то. Ну да, что-то такое было. Но тут другое, тут как будто кто-то между собой соревнуются, просто развлекаются. Что, еще подраться, что ли? Ну, конечно. Ну что? Просто ехать. Ого, а что, просто ехать? Смотри, какой позе! Что это за уже референс? Смотри, какой был. Вот оба домой. Надо подорвать мост, чтобы они в воду плюхнулись. Вот, выпендривался. Все. Не, не подоедут. А-а-а. А водой, кстати, вагонетка есть? Нет, да. Электролельсы. Электрорельсы. А Майнкрафт самому есть? Не пробовал ни разу. Ого, смотри, он на посохе. Это же было бы прикольно попробовать. На три зубца, точнее. Смотри, смотри, как с вагонеткой вместе. С вагонеткой так нельзя, это неправдоподобно. Да ладно, это неправдоподобие, в смысле. Можно через Лиана. Все, красненький! Что? А, нормально. Еще есть вагонетка в инвентаре. Видишь, у каждого разный способ. Ого! Оранжевый какую мощную задумку сделал. Зеленый же здесь. О, закись азота подрубил, считай. Блин, ну что тут за прит, что они так сражаются? Как будто не на жизнь, а на смерть. Или они просто так на интерес так сражаются? Ого. Либо вверх, развилка, либо вниз. Развилка, выбирай дорогу. Ага. Но куда? А вот как куда? Тут же может везде быть по-разному, один пополам разделится. Куда-нибудь. А эти вниз поедут, да? Да, видишь, пополам. Ой-ой, это прям далековатые такие блоки. А, можно от этих, кто-то, листиков отталкиваться. Ну, вообще, как бы нельзя, все, но у них можно. Да, но они сразу падают. О, ледик. А ледик же обычно ускоряет очень сильно. Делал уже такие ледяные дороги. Не-не-не, там надо не на вагонетке ехать, на ледике, а на лодке. А, лодку вот, ускоряет, вот да. Это делает тебе лодку. Сделают ледяную дорогу. О, это вроде самое быстрое, когда на лодке, да, на трассы льду. Такие. Скоростные трассы. Атака с снежками. Ой, тут прям целый лабиринт. А, подожди, они что, меняются? А, нет. Они просто в объеме. Ой, обрыв?
Или что там? Нет, мост. Нет, она была перед на другую сторону дороги перепрыгивать, видишь? Ну вот, перепрыгнули. Ну, жестко все. А у него нету больше? Нет, у него что место рядом в инвентаре. Что-то за гнилая картошка? Картошка. Или это яйцо? Это яйцо! Это яйцо! Это гнилая картошка! Это было яйцо и лошадь! А, это лошади? Ну, яйцо лошади! Я же говорю, яйцо лошади! Гнилая картошка меня спасет! Расцветывал такой! Что у него, зелье скорости? Зелье суперскорости? Зелье флеша. Зелье Соника. Зелье флешки. А вон они все вместе. А яйцо чего у него? Яйцо курицы. Курицы. Так он замедлил, получается. Он так со всеми делает. Ты хитрый жулик. Воздушный шарик прям. А себе тоже как парашютик плавно приземлился. Вот как используют кур. Прикольно перебегаться, как маленькие батутики на слаймах, да? Мне нравится, что у всех разные способы передвижения, знаешь. Они так продумывают каждый, кому что удобно, в стиле своего характера. Ну, синяя самая прикольная, быстро бежать. Какой просто зелье напился. Ага. Ну, ладно, мне кажется, без креатива. Просто зелье выпил и все. А, давай, давай. Давай, давай. А, там вот, места, там, да, места, там всего лишь три места. Один соснет. Понятно. Ну, соснут, по сути, все, кроме золотого. То есть они сражаются просто за статуэтки? То есть, типа, на интерес. Кто первый? Одновременно... Красный, да не успел. Ладно. Не успел красный. Соснул. А так бежал. А нет, кто коснется первый, блин. Одновременно вообще все. Все одновременно коснулись? Без дела дружба. На четвертого места нету. Кого-то нужно. Давайте на камень-ножницы кто-нибудь. Ну да, а что делать? Я выиграл. Нет, я выиграл. Накастуем все золотые брони. Стоп, это я выиграл. Вот, мне облазили скорость, я выиграл. Я вот так выиграл, а я вот это было, а у меня вот это было. Я тоже побежал забирать, смотри, какая подлюка. А мне пофиг, я первый. Давайте, подойдите. Настоящие друзья, нормально. Ну все, четыре короче, места. Все выиграли золото. А что было стараться? Ну, естественно, это мне интересно. Конечно. Ты сражался, тут же была фишка, чтобы, знаешь, там лучше быть конкуренция. Блин, а тут... прикольно, штучки. Ох, это как синие головы, пустоголовые. Ну да, да, знаешь, я понимаю их чувства, это когда, знаешь, соревнуешься, ты такой из последних сил, всю его себя отдаешь, потому что тебе интересно быть самым первым, да? И тебе говорят, ну победила дружба, всем все одинаково. И ты думаешь, зачем я так старался? Ну то есть, типа, ты чувствуешь, как будто слишком много сил вложил и получил, ну, не такого удовлетворения. Да, потому что его и закидали этими тотемами. Я прекрасно понимаю. А с другой стороны, а как кто проиграет? А что сказать, надо было, если там реально было... вторую гонку, второй тур. Ну да. Не было кредита. Типа, да. Либо я хотя бы на камень-ножницы бахнуть. Ну, тоже несправедливо. Ну, там монетка. Нет, это тоже фигня. Не, справедливо, удача решает. Так что удача решает? Ты столько старался, что потом в итоге удача решила? Ну да, да. Не знаю, меня бы жопа рвала от такого решения, если бы я проиграла. Мне кажется, вот если удача решила, ну все, ну, значит так. Ну, судьба решила. Ну да. Нет, ну, да. Пускай второй тур уже делают тогда. Пускай переигрывают. Пускай переигрывают. Заново 7 минут анимации. Ну ладно. Что это такое? Короче, вот такая получилась реакция. Спасибо большое. Подписывайтесь на Boosty. Да, за просмотр. Ссылка пока. В описании. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор.